По сведениям пресс-службы ГИБДД и роты ДПС, за прошедшую неделю на территории Белореченского района не произошло ни одного ДТП с погибшими и пострадавшими. За неделю сотрудниками ДПС зафиксировано 609 нарушений правил дорожного движения. Из них 87 грубых, за которые предусмотрено лишение прав на управление транспортными средствами. На дорогах района выявлено 17 водителей в состоянии алкогольного опьянения, 102 факта превышения скорости, 23 нарушения правил дорожного движения пешеходами. Отмечено 20 фактов непредоставления преимущества пешеходам автотранспортом. 10 водителей нарушили правила перевозки детей в автомобилях.